Blu-ray? Универсал для Blu-ray это сложно. Но не для LG. Это универсал RMB1167. Разработка, одна из лучших разработок компании Huayu. Давайте разберем его сегодня. Поехали! Итак, давайте разберем универсал RMB1167. Как мы видим, он имеет собственный блистер. На блистере сразу есть перечень пультов, которые он заменяет, и информация о том, что этот универсал не настраивается. Создатели данного пульта постарались, по крайней мере, приближенно сделать корпус. Как мы видим, весь необходимый функционал, основной функционал сохраняется. В настройке он не нуждается. Пульт сделан на корпусной микросхеме с ABS-пластикой и комплектуется двумя батарейками типа 3А. И, в принципе, настраивать нам его все равно с вами не нужно. Весь основной функционал у нас прямо на лице. Вот такой вот пульт компании Huayu был в нашем обзоре. Всем пока!